Всем привет, с вами Джага. Мы продолжаем играть American McGee Alice, вторую часть, там где Madness Returns, ну, то есть Безумие Алисы продолжается. Что? Куда? Почему? Тут так? А если тут вниз? Тут можно вниз? Нельзя, тут невидимая стена. А туда стрельнуть? А, все так же. Useless. Ну и ладно. Значит, нам сюда дорога. Кот? Где кот? Кот? Йоу, какая-то шахта. Кот? Приготовься, соберись, прыгай к первому вентиляционному отверстию, затем к следующему и двигайся далее. Спасибо, кот. Вот, да. Что бы мы без тебя делали? Кот, спасибо. Ты прелестный кот, да. Ну да, сюда, значит. Кот назвал вот эту штуку вентиляционным отверстием. Да. Что-то там внутри есть. Невидимая стена там есть. А, ну все ясно. Старая добрая невидимая стена. О, да, это та еще штучка. Невидимая стена. Ха. И тут мы находим секретную дырку для того, чтобы что? Чтобы найти там, ну, например, воспоминания, бутылочку, хоть что-то. Зубы. Ну, пускай даже зубы. А помимо них... Помимо них пряности. Хрюкает что-то. Ты мы опять еще ближе подошли к этим чудесным чайникам, которые что-то там льют в котел. Чай, надеюсь? И это было рыло. Потом откуда-нибудь... Вообще, в чем логика? Ну вот рыло. Пока есть рыло, то не видно корзинки с зубами. Вот ребенок играет в эту игру. Что он может из нее вынести полезного? Кроме того, что можно врагов убивать ножом. Так, теперь че куда? Ага, теперь че стрелять. Вот, чтобы куда-то продвинуться или чего-то достичь, надо стрелять. Правда, метко стрелять, но все-таки. Да, конечно, подобный уровень был и в первой Алисе. Но там это выглядело как-то, ну, не знаю, по-другому. Совсем по-другому. Все, зубья, и все. Ну и давайте ваши зубья. Чьи бы это ни были зубья. Почему они сложены? Возможно, это зубы вот этих червяков. Слизней и прочего. Вот мы их собираем. Это их злит, и поэтому они нас нападают. Как я ловко увидел теорию? Ну, скорее всего, нет. И чё? Ага, конечно, стрелять. Опять стрелять. Ну, как бы, а дальше? А что-то появилось новое? А, вот это появилось. Вот. В общем, и оттуда можно было спрыгнуть, но так уже вышло, что отсюда прыгну. Окей. И, да, вот. Опять же, туда точно нельзя? Неизвестно. И тут мы находим... Ничего не находим. Там мы были вот в той дырке, значит, строго наверх. Да что ж так подтупляет-то? Как понимаю, вниз туда нельзя, оттуда мы пришли. Здесь, в общем-то, мы везде были. Ну, значит... Теперь строго по сценарию. Воу, бежит. Как же ж тут тяжело-то с камерой. Вы что?
кто же такое придумал? Оп. Успели? Прекрасно. Тут ничего в шлюзе не пропущено. Вроде нет. Кот что-то хочет сказать. Кот? Говорят, у кошек 9 жизней. Я надеюсь, что у тебя, Алиса, столько же. На что ты это намекаешь? Что, Алиса... Кошка? Киска. И чё? Включили. Шестеренка двигается. Так. А нам, наверное, туда надо будет и обойти вот это все по кругу. Во, как все сложно. Окей. Дай угадаю. Вниз падать? Не-не. Не-не, так не-не. Чайнутый. Ну, в эту сторону вроде бы прыгать некуда, то есть каких-то особых секретов я тут не наблюдаю. Ну, значит, сюда. Чего ж тут делать-то? Come on, guys. Who wants some? Говорил один герой одной игры. Who wants some? Нет, это не Бэтмен, это... Хотя, может, и он что-то такое говорил в каком-нибудь Arkham. Опа! Ну, конечно. Вот это плохо. Это реально нехорошо. Надо их как-то по одному выцепить. Ну да, ну да. Уходим, уходим. Уходим. Как по одному, только они вроде опасности не представляют. Но... Да в связке. Это совсем по-другому все играет. Чайник. Один остался. И глаз у тебя один. Зажмурился. Такое печаль. И сам один, и глаз один, и все потеряно. Все пропало. Как бы намекает, что нам туда куда-то. Вообще нам туда куда-то. Ну, сначала сходим налево. Ибо там бутылочка. Что это? Опять этот противный слизень. Бутылочка. Еще одна. По идее, мы там нигде дальше не пройдем. Ладно, значит, все-таки туда. Ну, вот у меня такое стойкое ощущение, что до конца я что-то пропущу из этих вот воспоминаний. Это будет нетрушно. Пыньк. Пыньк. Ну, вроде нормально. Так и надо. Отсюда стрелять ничего нигде вроде нет. Значит, заходим. Decadence, excess, waste, the haters, madness ends today. Безумство шляпника закончится сегодня. О, кстати. Опять вот эти вот так глаза, что ли? А ну-ка, подождите. Сюда должно видно... Да, это глаз такой, смотрите. Вау. Залезть к ним, там, поговорить. Убить нельзя. Просто это элементы... Ну, декорации, получается. Либо дружелюбные нам НПС, которые ничего не делают, и именно поэтому дружелюбные. Воу! А вот и Соня. Твое присутствие здесь нежелательно. Мы должны завершить начатое. От тебя же одни неприятности. Некоторые любят погорячее, но никто не любит, чтобы было так горячо. Настолько горячо. Хрю-хрю-хрю, ну вообще это Соня. Соня это типа такая мышь. Типа такая мышь, типа такой хомяк, типа хомяка-мышь. Мышь. Так, ой, там стреляют по нам. Мы дострелим вот до этих ребят. Да. Useless. Ну, давайте так попробуем. Так. Отлично. Хотя бы минус один. Он не будет нам мешать, когда мы будем прыгать по всех этих платформах.
печаль, огорчение. Ладно, надо ближе стрелять, тогда все будет нормально. А вот и руки шляпника. Конечно, их надо добыть, чтобы вернуть старине шляпнику. Как он там? Хеттер. Хеттер. Если одна буква Т, то будет хейтер. Ну, в смысле, тот, кто всех ненавидит или что-то ненавидит. Хейтер. А если две буквы Т, то будет хеттер, то есть шляпник. Мне кажется, тут тонкая игра слов. Так я подозреваю. Поднимайся уже выше, елки-палки. То чайник нас плюнет. Промахнулся. Дебил носатый. Вот так вот. Да, такая Алиса, она такая вот. Обзываться любит. Чего надо стрелять-то? Чего вы нам показываете? Вот это стрелять? Блин. Надо уходить. То. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй! Ну вот как-то так. Все-таки мы прорывались. Еще один червяк, еще один слизняк и вообще. Честно говоря, ну, вот я не знаю. Лучше бы тут были враги карточные какие-то. Серьезно. Алиса борется с комками нефти, в которых кукольные лица, и это все олицетворяет, ну, как бы, индустриализацию, которая происходит в это время в Лондоне. Ну, то есть, если они там в Лондоне, конечно, живут, ну, думаю, в Лондоне. И это ей не нравится, потому что ей нравятся птички, природа и всякая ерунда. И в итоге получается черти что. У меня есть те руки, которые тебе нужны. Ну, строго говоря, шляпнику они нужны. Впрочем, это не важно, ведь я сейчас тебя уничтожу. Как-то так она говорит. Уничтожишь ты меня? Ну, если бы это было так. Если бы у нас тут был хотя бы один босс, а не дебильные черные сгустки, и все больше и больше и больше. Ну так ведь нет. А, собственно, стоп, у нас, вернее, тут все остыло, да? А обратно мы можем вернуться и посмотреть, что там ведь можем? Или тут все прикрыто? Можем. Ну как, можем ведь? Можем. Значит, сделаем. Для чего это? Почему вдруг тут из ниоткуда появился цветочек и вырос прямо на только что остывшей лаве? Вот, кстати, и секретик. Чикидрики, тумблерочек. Еще одна бутылка. Это, наверное, важная бутылка. Еще один зуб. Естественно, он важен, а вы как думали? Все? Это все, что тут было? Это вот из-за этого такая гигантская дыра в подсознании у Алисы? Да. Ну, еще цветочек. Где же вы их берете-то? Среди лавы. И, о, болтомуха. Дуэт. До свидания. Оп. Нас не догонят. Иди сюда. Вот, как-то так. Что еще? Вот этого. Соня, вот смотрите, даже стрелять по ней могу. До лампочки. Не считается. Ну нету тут таких боссов, которые боссы в прямом понимании, ну, раньше были из персонажей книги или первой части игры. Ну, вот нету. Так, значит, мы выпали оттуда сюда вот. И что мы тут еще можем увидеть? Какой-нибудь еще секрет? Может, где-то еще секретная уключена, замочная скважина, вернее. Не-а. Ну и ладно, значит, идем вот туда, где у нас что-то, куда можно пострелять, и будем в это что-то стрелять. Вариантов-то немного. Да-да-да-да-да-да, вы убиты. Эй, воу-воу-воу-воу.
Чуть не раздавил бедную девочку. Вот, например, наверх тут можно как-то выбраться, вот туда вот, где тут шар. В принципе, там может и можно, а есть ли там что-то, вот это другой вопрос. На, выкуси, неизведанный путь теперь невозможно преодолеть. Ха-ха-ха-ха, тебе не достать до меня. Нет, там более истеричный голос, ну ладно. У меня тоже бывает истеричный голос. Я умею. Неведанный путь. Соня, ты дура. Ну, в смысле, вот это Соня. Путь у нее неведан. Ну да. Ой-ой-ой. Ну, как-то так. В общем, я вовремя тут свалил. Не припомню, возможно, там что-то внизу есть какой-нибудь секрет, но может и нет. О, чайник. Тот самый чайник. Привет, чайник. Подарить тебе книжку. Специи для чайников. Ха-ха, шутка, да? Так, ну, ой, что тут делается-то? Это все, что тут есть из хорошего? О, нет, конечно. Тут еще есть целая куча черных слизней. Камон. О, этот свой чай льет где попало абсолютно. И еще один. А теперь под музыку. Да ладно, что их так много-то? Вот что это за вещь такая? Какой-то разоритель. О, отвалилась решетка. Теперь туда стрелять надо. Ну, а выход-то тут. Где-то над нами эта самая Соня. Нет, над нами будут руки шляпника. И они попадут сюда, и Алиса тоже туда прыгнет. Ну, это после того, как мы вроде как разберемся с Соней. Ну вот. Теперь мы играем в игру Король Лев. Там, где львенок Симба прыгает по водопаду, по бревнышкам. Уставьте лайк, если играли. Ну, на Сеге, например, или на компьютере. Король Лев. Ну, игра такая. Вы что, не знаете? Ну, мультик такой, знаете? Ладно. Кого я спрашиваю, никто же не ответит. Идем дальше. Упс. Все, и вот это вот, ну ладно, включаем. Включаем быстрее, включаем уже как-то разобраться с этой гадкой Соней. Временная неудача, но это незначительная помеха. Могла бы придумать что-нибудь поинтересней. Я просто подожду Алиса, и он настанет. Час расплаты, я расквитаюсь с тобой позже. Тебе не удастся, нет, не удастся наш план грандиозный разрушить. Никак. Да, там слова никак не было, но... Почему бы не добавить, если тут все равно вольный перевод. Короче. Так, точно сюда нельзя никак. Никак, да. Ну, вот эти, кстати, существа нарисованы, которые глаз с ножками. И ручками. Так, туда непонятно, не допрыгнуть. Здесь вроде бы ничего. Ну, тут аж на целых несколько емкостей с зубами. Это важно? Думаю, да. Вот эти самые руки. И что? Нам, наверное, надо как-то запрыгнуть в этот пульт управления имени Сони. Ну, не та Сони, которая Эриксон. И нажать рычаг, чтобы освободить руки шляпника. Как вот все запутано. Ну вот так. Ничего другого и нету. Все, какие-то еще секреты тут остались? Я, например, не наблюдаю. Ну, может быть.
честно говоря, не знаю. Надо глянуть, где там это было. Вот, вот тут. Тут мы за... А, тут мы наверх не запрыгнем. Там, где была лава, может, что-то появилось. Но, скорее всего, что там ничего нету. Вы знаете, если это чай, то... Почему он так странно замерз? Ну, давайте глянем. С Соней-то мы разобрались. А тут чего есть? Ну, я тут ничего не вижу. Тут есть ступенька, чтобы выйти, если вдруг мы как раз упадем сюда, не знамо чего ища, иская. Да. И ничего такое. Вот так просто, да? Ну, не знаю. О, теперь еще и не запрыгнешь. Это весело. Да как так? Тут мы застряли. Застряла она тут навеки вечные. Страшно? Мне нет. Ну, запрыгивай уже, елки-палки. Давай, давай. О! Это ж надо такой придумать прыжок. Два, три, все. Елочка, гори. Ладно, я вот что сделаю. Еще разок пройдусь вот туда. И если уж там ничего нет, тогда все. Тогда возвращаемся и уходим за Соней к шляпнику. Вернее, как к шляпнику. За его руками прыгаем в ту дыру. Да что ж такое? И здесь я хочу попробовать запрыгнуть на чайник. Это вообще возможно? А это мы сейчас узнаем. Нет, там невидимая стена. Если я правильно понял концепцию невидимой стены. Да, это она. Ну ладно, значит, дальше за Соней. Печалька. И мне теперь еще сильнее возникает ощущение, что я где-то одну пропустил. Рыло, бутылку или еще что-то такое. Ладно. Та-дам! Рубиш чат. Чат. Чут. Защиту грозных разрителей можно пробить при помощи отражения с большой буквы. Отражение с большой буквы. Вот и шляпник. Хейтер. Хеттер. Дик-дик-дик-дик-дик-дик. Она тебе. Ну да ладно, там есть звук. Можно не озвучивать. Это я сам себе. О боже, у меня стывые руки, думает шляпник. Правда, смотрит в разные стороны, ну ничего. И обратно у него снова ноги. Вау! Так и что-то он какой-то побитый горем. И даже чудо-шляпа. Ну, я закончил свою работу, и теперь ты цел, шляпник. Так что там насчет ужасного поезда. Я чувствую себя новым человеком, как новенькая пружина, как шестеренка без ржавчины. Да. Как непотускневший кусок металла, отражающийся в глазах. Скажи мне, шляпник, я страдаю, виной тому все эти перемены. Ну или они лишь отражение? Или следствие? Что здесь творится вообще? Что за новые правила? Ой, закон просто, это просто. Просто шопит вдали. Дали, где дом чудесный, чудесный тот, кто... Кто знает, как соотнести правила с правителем, жестокие правила. Идиот, надо было оставить тебя валяться по кускам. Идем, по крайней мере, ты поможешь мне разобраться, в чем дело. Не трогай лису. Хоп. Шморк, шприк. Фу, это так анимешно. Та-дам. Вяу. Ну, это не круто ли? Жу. Да, это было круто. Собирайте зубы. И вот он убежал туда, и нам надо его догонять теперь. Вот такое вот такое. Ну ладно, будем, куда мы денемся. Но это все будет происходить в следующем эпизоде. Спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а да, и Алиса. Да, до новых встреч!